Почему сочинские педагоги ежегодно участвуют в фестивале, сегодня рассказали на пресс-конференции в Едином информационном центре «Сочи-2014». В этом году социально-педагогический фестиваль уже 18-й по счету, и к нему особое внимание даже со стороны преподавателей из других городов России. Каждый год во время педагогического фестиваля у нас очень много гостей, наших партнеров, которые вместе с нашими педагогами, вместе с управлением образования проектируют этот фестиваль, проектируют всевозможные круглые столы, всевозможные мастер-классы, дискуссии для того, чтобы еще раз погрузиться в проблемы современного развития образования. Например, сегодня одной из площадок фестиваля стал колледж поликультурного образования. Там собрались преподаватели дошкольного воспитания. Ознакомить их с проектом федеральных государственных стандартов пригласили специалисты Института развития образования из Кировской области. Цель сегодняшнего приезда на данное мероприятие как раз разобраться с существующей нормативно-правовой базой, с введением нового закона об образовании, то, что ждет дошкольников в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов. Образование должно соответствовать государственным стандартам. Активно обсуждается сейчас новый закон об образовании в Российской Федерации. Как бы мы ни поворачивались, в какую сторону, самое главное – это качество образовательных и воспитательных услуг. Это значит введение федеральных государственных образовательных стандартов и получение результата на итоговой аттестации. Сегодня в педагогической отрасли города задействовано 2500 человек. Много шансов предоставляется молодым преподавателям, которые действительно приходят на работу в школы по призванию. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.